Это не Земля, это другая планета. Такая же, как Земля, но не догнавшая ее лет на 800. Подобных планет было несколько, это было поближе и поменьше. Кроме того, здешние серые замки привели к мысли о начале Возрождения. И три десятка ученых забросили сюда. Но Возрождения здесь не было. Была реакция на то, чего почти не было. Здесь, в Арканаре, столице Запроливья, реакция началась с разгрома университета. А так как университет был еще и образом мыслей, охота шла за образом мыслей. Умниками, книгачеями, талантливыми ремесленниками. Кто бежал, пробираясь к границам соседнего Ирукана, там было полегче. Кто сломался, кого казнили. Казнили летучие отряды министра охраны короны Дона Реба. Из гуртовщиков, лавочников, все в сером, серые полки, серый рот. Сам министр в сером. Все под цвет местного строительного камня. Кстати, дрянного. Ну, Дон, Дон. А королевскую гвардию как-то оттеснили. Ничего не ударено и не ущиплено даже. Бедность, бедность. Ну, а вот он. А камушки белые плоские были. Это грех. Крышу берет. Дожди здесь были короткие, липкие. Туманы же напротив долгие. Они приходили из залива и в залив входили. Во сне он часто плакал. Это он убивал. Во сне, конечно. Убивать ему было нельзя никогда. И тогда он слышал голос бабушки из детства там на земле. Инфант плачет. Она затягивалась, она курила. Детские слезы, вода. Это все фантазии мальчика. Бабушка дула ему на лоб, но это несло из щели, которую он давно велел задвинуть сундуком. Он пытался прилепиться к простыне, но все равно просыпался. Внизу в его огромном доме-замке дымила печь. Несмотря на запреты, громко перекликались рабы. И был он не на земле, а на другой планете, благородным доном в 17-м колене. Незаконным сыном местного языческого бога Гарана, рожденным этим Гараном из собственного Зева. Кто-то верил, кто-то не верил.
Но опасались все. Черепаху накормил кретин. Сегодня мыши сало слизывают. Слизывают. Опять в моих сапогах ходишь. Так получилось. Все тут у тебя получается. Сапоги на столе. Повешусь. Что? Повешусь. Вот такие пироги.
хорошая осень. Здесь утонул гусак. Га-га-га. Картина. Иди. Потерял. Зубы как-то без зубов. Мелковатый, головку вперед пустим. Кусается, как хорек. Ну. Вот под свиньей нашел. А буквы-то ровненькие. Чудненько. Пошли, пошли. Тю. Сейчас. Что, вонючий? Помнишь, как 40 лет назад ты назвал? Ну! Так. Ты назвал мою книгу. Не помню. Пометом птицы сил. Не помню. Не помню. Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Как лет жить? Успел же, погулять пошёл? Погоди. Что? Наша труба! На! Хозяин! Там внизу умника! В сральник! А этот гад! Тот делал ножками так, потом так! Буль-буль, я рядом стоял! Смешно, нога торчит! Верни трубу Дону! Ты хрюк! Денежки счет любят!
отнесешь сам до сеча. Эту порт и продам. Дон. Урод! Вор! Корень, корень. Каждая осень одно и то же. Ну, что скажешь? Держи. Ну, мёртв. Рано ночи. Жалею желтого рыба. И не брал он блестящие шилы, ты же знаешь. Он разжирит клинику. Ветер поменялся, потянул гнилью. С трех сторон город окружали зловонные питанские болота, не имеющие дна. И все равно ночами, освещая каждый шаг щепочкой лучиной, ползли отсюда к границам соседнего Ирукана такие, как этот, только что утопленный книгачей. А там восставшие мужичи одноглазого Арата Горбатого или беглые рабы соловянных рудников, прозрачные, как мотыльки. Или серые солдаты полковника Кусиса и выкуп, а нет петля. И все за то, что из камня или краской создавали вторую природу для украшения жизни, не знающего красоты народа. Или за изготовление стекол, которые позволяли полуслепым видеть или зрячим приблизить небо. В таких каменистых островах Румата прятал тайны вывезенных им из Арканара умников. Это что все? Летать учимся и все больше вниз. Благородный Дон, заберите меня отсюда. Радость-то какая, а вот наш ангел же. Сюда же должны были привезти из Ирукана лекаря по имени Будах. Трезвый логический ум, сформированный этой цивилизацией. И просто собеседник Руматы в длинные арканарские вечера. Но Будах пропал вместе с конвоем. Совсем от него от этого. А вот зверьпах железным хвостом. Все увёшь, нет такого. Но... О! А! Падаю! Брюква! Брюква! Так я... Это я сейчас сам... Выдох. Ой, фу. А? Чё? Блин, всё влёт. У тебя даже птицы здесь пьяные. Монет! Убью, убью, точно убью! Бей! Бей его! Где на он? Еще раз свалишь это пойло,
А почему тоска? А, потому что осень. Да, 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 да. Опять осень. Белая, белая. Фу. Нестерпимо. Ну, надо же. Этот мой балбес синтезировал спирт. А? Ура! Ура! Жаба. Первый на этой планете. Да, да. Что там? Леонардо да Винчи. Здесь же собирались земляне. Приезжали все реже, пили все больше. И раздражались друг на друга. Вот я тебя люблю. Ладно, а меня нет. Не слушать. Не надо его знать. Народные доны, ну-ка нахер, нахер все, президент короли. Че стал на дороге, за шубу говорю. Ой, да. А я вот, понимаешь, мальчишку знаю. Он один, я один. Мальчик-вор, мальчик-вор. Он сирота, будет нас двое. Слушай, я сегодня во сне землю опять видал. Сны, сны. Дивные, приездом. Лили, лили, хомар, кина, хата, батаци, бичи, там я, твой будок пропал вместе с офицером, теперь его отц... Будых ты достал. Хитрый. Дай салку сюда. А мальчик добровольно записался. Вас, вас и домители. Ты скажи ему, что он отвалил и замолчал. Понял? Понял. Так. Даже справедливо. Залок на землю. Ну, здорово, старый жопа. Ну, давай поцелуемся. У тебя во рту муравьи, на, жри. Капкан, я говорил. Сколько раз говорил, говорит. Пашка в капкан попал. Всем известно. Тычьте ногой помойки. Каба не капкан. Снимается вместе с ногой. Давай нож. Дай я тебя пою. Дай я тебя пою. Сволочь. Яду хочешь? Хорошие отзывы. Слушайте внимательно. 20 лет... 20 лет назад у нас один мудрец объявил эту вспышку искусства здесь возрождением. Надо ты сраный планет. Ну ты... А я посмеялся. А ты написал, что я мерен. Ну, мерен, мерен. А где искусство? Где возрождение? Нету его. А вся жизнь. Хорошо, а? Хорошо. Я ошибся. Ну, ты прости. Я виноват. Ну, хорошо. Так, слушайте все. Я приехал сюда без конвоя. На меня напал голый беглый раб с шахты. Вот он душил меня. Да это прыщ. Прыщ. На обратном пути я один. Стрела в зрачок, и я убит. А ты перед смертью не хочешь меня простить? Вот он перед смертью не может меня простить. Ну, ну давай поцелуемся. Ну, ну давай. У этого года целая роща конвоя. Представляешь? Вот. Я не вру. Я Мюнхгаузен. Что бы вы без меня делали? Чужие дурачки на чужой планете.
Мешок где? Кожаный. Там кричит птица Сиу, от которой никто не видит. Да твое сраное возрождение — это самая коварная эпоха в истории Земли. Зураб! Зураб, это лучше. Ночь, тишина. Нет, не ко мне, к другому, ну. А. Нет, не ко мне, к другому. Мокрый зонт прошелестел. Хочешь? Да. Надо же. Совсем охренели! Птица Сиву, которую никто не видел, ворует серебро. А Секотсу справедливо? Да нет такой птицы, дурак. Мога стоял в анбочке и видел ее тень. О, да ты что? Никто не видел, а Мога видел. Чудесное. Только счастья пока нет. И они летят на болото, Дон. А если полить голову чешуей, то они садятся и выклевывают глаза. Вот. Один табачник очень-очень умный человек. Он... Раб. Так или так? Ты... Извини, дальше не пойду. Так или так, приятель? Не пойду тяжело. Ты еще как пойдешь, иначе высеку. Хозяин, ты этого не сделаешь, ты добрый. Ты ведь бог. Еще как высеку. В кошмарном сне не снилось. Да. Когда я умру, не бросайте меня в залив. Похороните в земле. Хоть в коровнике.
Эй, подожди-ка. Эта Тараса Горбатый оказался просто сгустком болотного тумана. Всегда был уверен. Как только вынесли святые мощи вашего божественного отца, он тут же сам растворился и все ее пьяное мужичье. Почему я плохой поэт? Отвратительный. Ой. Как лист осенний падает на душу. Принц и варварка, так? У меня есть книжка. А я Жак. Ну и дурак. Дай дернуть. Стрелок-то пьяный, уберите стрелка. Ну и монахи, ну-ка покажи, красавица, свой зад. Мы молодые аристократы, обратное дыхание сами не здешны. Буду правильно утопили в нужнике за такие стихи. А я не хочу. И ты считаешь, что у него плохие стихи? Принц сегодня плакал? Нет? Крепкая. Плохо, конечно. Я тоже. Какие яйца. Пардон. Ой. Фу-фу-фу. Ну что, слепой? Гонорумат разрубает двойной сеанс изо всех, а этот устоял. Нет. О! Арбалетчик ты! Урод! Чего? Палку дай. На. Буду. Ты ж в мою канцелярию не проходил. Полковник Куси составил армию. Они с Дунаем в лиловых покоях. Угу. Говорят на вашем языке. Угу. Невероятно. А вы покажите ему святые мощи моего отца. Может, он исчезнет? Никто не исчезает, ни Арада, ни этот. Я думал, вам интересно. Мне очень интересно. Капитан охраны короны. У него руки в крови и весь в крови. Так было всегда. И так будет. Таков наш примар по габарям. Быстребаны. Благородный дом. Я весь Ваня. Я умру? Умрешь, умрешь. Прелесть. Страх смерти. Это ересь, капитан. На, держи. Да. Великий Бота тоже вонял, потому что допился до того, что ходил под себя. Варварки тоже вонял. Ну что? Ты что, интерес решил, что ты с Бога? Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске. Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку, и ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи. Кто это написал? Я. Сумрак ночи – это вечер, но я могу с тобой позаниматься за монету. Тю-тю-тю-тю-тю. Эй, длинный. Министр охраны короны Дон Ребе. Позвольте. Иди. Ловил наш Дон Ребе, охрана короны. Мы ему папаша лед возил. Босиком. Ух ты. Ромат, ну ты чей сын, а? Дай глотно. Попросил папа, чтобы мое вино не кисло. Ой, собака, пёсья собака, собака, собака. Величество. Не стало меньше. Нет, не стало. Прекрасная головка. Ты кто? Мясник. Дон Ребе велел. Дон Ребе, вы. Я полковник финансист. Серого мужичья понапихали в дворец. А где Рад Горбатый? Он теперь, оказывается, не жаж. Oh, my God.
славен, словно вечность король. Всем я лечь! Бью в ноздри! Вот теперь повешусь. Ой, ой, не может быть. Надо же, какая вонь. Дон Рэба, вы бы зашли ко мне помыться. У меня такие удобные, большие железные бочки. Лучше вы ко мне. У меня веселые башни, такие чудные бочки. На угольках с крышкой, как без воды. Отличные бочки. А, аромата. Ты прям рыжий. Рэба, ты же давно обещал его удавить. Все ты врешь. Ну, что ты имеешь? Это не укрыв королевская. А это надо было знать. Ты что? Да все он умеет. Половину ваших подданных удавил. Слава. Я тут одного лекаря выписал по имени Будах. Коленки болят. Вот куда он его дел? У тебя, брат. Что? А вот. Ну, да, маршал тот. Ни за что. Здесь написано: Орел, наш рыцарь Дон Рэба. По всему Арканару продается, на каждом углу. Че, рыцарь? Ты рыцарь, что ли? Да что они там понапишут, я не знаю. Ну-ка, покажи сапог. Шпоры. Снимай. Фу. Так где твой лекарь? Где-где? У рыцаря. Хорошо, если не в бочке. Тащи. Без сознания, хорошо? Давай. За без сознания ответит. Похихикайте. Видишь, ночь. И кровосос падает с потолка. А это... скользкое. Понимаешь? Соскальзывает и ничего. А попробуйте варварку. Ты что? Откусит, как у одного. У него раньше такой был. Дарю, бери, потом расскажешь. Вот он. Будах как будах. Будах и будах. И все тебе не так. Сейчас и будах будет не будах. И ничего я не умею. Это был не будах. Это был коновал из Чумного порта. Ты не будах и не лекарь. И письмецо у него ваше. До дромата. С печаткой. А зачем пить? Все же натирают. Зачем пить? Все же натирают. Зачем пить? Ромата. А ну пей. Они миг святого братства продали те рыжие. Кыш. Его следует удавить. Стрелок, ты пьяный? Рыжий, говоришь? Не забыли? Вы дежурите ночью в покое в принца. Разбили. Ну как теперь жуть? Ах, Лен, Лен. Ну
Ну-ка сыграй, что я учил. Проросла собачка. Все, дожди, дожди. Дон, купи для меча. Слушай, только... Гляди, гляди. Дим, как ты правильно, Дон? Ты чего? Там. Здесь теперь серые живут. Храбрецы их шкварками угостили. Эй! Обнюхались. Мира. Перед святостью не шути. Так озеры. Рожи. Я прорабе в шерсти. Ага. Кусай, кусай. Познаешь муки. Муга.
Чего ты орешь? Я тебя дома выпалю. Третья семья уезжает. Отдавай! Третья семья уезжает. Куда с дороги? Задушил. Чё моё? Не сад в каретке! И суд. Кто придумал? Говорят, ночью погром будет. Умника презать будут. А деда оставили. Очень-очень умный человек. Табачник с табачной улицы. Очень-очень умный человек. Ты на хлеб курс убери. А то это сопрят и сожрет. Хозяин! Прямо, прямо. Вода, вода. А святой Мика утонул в воде. Вот такой табачник с табачной улицей. Очень-очень умный человек сказал. Чё? Холерную яму захотел. Кому я про микробов весь вечер рассказывал? Водой грехов не смоешь. Я три раза ночью молился. Чё ещё? Что? Чем бочки утоплю, вонючка? Что? Не лезь. Давайте. Давайте воду. Тьфу на твои крики. А таких вот... Ой, дурак, ну дурак. Вся Рыбина влюбилась. Так, хихи. Ага, обед двойной. Чего? Он виноват, он открывал. Да. Так, так вот, табачник с собачным лицом очень-очень мудрый человек сказал. Такая. Кто-нибудь еще видел? Да видели все. Она стучала, я открыл. Он виноват, он открывал. Тверди. Чего? Хозяин, продай его жабу. Вот... Так вообще-то приходит серый. Здорово. Мыться. И не хихикать. Зачем? А? Это как? Душа, это так. Это не я придумал. Сядь. На улице дождь. Или не садись. Мокрое все.
Дождь. Ты чего? Садись. Возьми меня за ухо. Сожми. Сильно сожми. Сильней. Если мне будет больно, я не буду думать. И скажу. Брат вчера вечером пришел с казармы и увидел мои подмышки. Стала рачевая рыжая. Потом палкой задрал. Платье, юбки. Стал показывать солдатам своим. Все показывать стал. Показывал, как что у меня там. Орал, что мать моя тоже рыжая. Я вся рыжая. Он меня сдаст сейчас, веселую башню. Брат уже как командир кулака серый. А. Нет, мешает. Беда всякая хороша, я вижу. А ничего не будет. Сделай, сделай. Ничего не сделали, брат. Хотел, как у тебя там на картинке, но он не пьяный был, ничего не мог. А ночью привели умника и били всю ночь. Он орал. Резали. Мы с отцом в сарае плакали. Да. Да-да. Уйдись. Пришла мешок вот такой, а теперь во! Чёрт! Фу! Так вижу. А кажется, что не вижу. Мяу! Почему ты ходишь в моих сапогах? Тебя отведут, порты продадут. Стой! Нагнись. Не бей! Ну что ты орешь? Что ты орешь, придурок? А? На, держи монету. Да кто тебя бьет? Кто тебя бьет? Я их пальцем в жизни ни разу не тронул. Я буду. Ни разу в жизни пальцем их не тронул. Придурок, а? Орет. Ты слышишь, как он орет, а? Пальцем ни разу не трогал, он орет. А? Дурак он хитрый. Ну надо же. Что тебе надо? А? На, забирай. Чего? Ну и пахнет. Глаз вот плакала. Ты меня солдат. Иди в жопу! Кто это сюда засунул? Все, пошла. Зачем? Куда пошла? Наворовала. Наворовала? Здесь ты уйдешь. Поесть ты уйдешь. Если ты уйдешь, то мой друг, Дон Рэба, тогда и вовсе останусь один. Если не считать тебя, красавица. Мне ведь здесь, я никому не по зубам, любого могу сломать. А я никогда не рассказал тебе про клыки, а? Вот если бы я мог подарить эти клыки тебе, тебя бы уже никто не обидел. Ты бы любого загрызла до смерти. А, ну, дура, ну, дура. Есть. Петелька. Я боялась, что у тебя нет, как у Святого Горана. Мне в животе будет, ну, гора. Вот мои клыки.
Момент ключ. Сиди. Ага. Что? Тебя почти вышло. Это ага, ври, ври. Ага, Тагаран упал. Он упал. Ну что, смешно, да? Да разыгрался. В коровнике играет. Ой. Что? Где, где засов? Чего? Ваша милость. Зато не говорят, видели мужика. Мужик, мужика с жабой. Это что? Ну чего? Пиво. Или обижен на меня? Да, ну. Не очень тяжело. Эти серые как клопы. Вот еще. Барон. Барон. Что это? Нужник святого Гая. Эй! Оп. Я пригласил соседей. Напились, как полагается. Да не, нет, 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 барон, я иностранец. Я не умею так. Да ну не я. Вон молодой. И, иди сюда. Вот. Понаехали соседи, всюду гадят, калечат собак. И все голдят, что вы где-то там разрубили двойной санский доспех от макушки. Это вообще все слухи, барон. Что вы видите? Очень тяжело. Может, отвезу домой? Идет. Санцы вообще маленькие. У них доспехи хрупкие. Все дело в задышке мечей. Я вас научу. Я первый меч империи. Вы лучше меня. Ну, а где я его возьму? Ну, вы же никого не убиваете. Вы же никого не убиваете. Ну, где я возьму санский? Принесли доспех дедушки баронессы. Вот такой толстый. Ну, я и так, и так. Это же двуручником. И тут ходит баронесса. Какое такое? О, сутки проскакал, как в тумане. Все дело в заточке, барон. Я покажу. Смотрите. Все проще простого. Просто выбираешь середину. Да? Вот. Дальше. Берешь. От кисти рубишь. Я добавляю плечо и корпус. И больше ничего. Так. Берешь. Идет замах, и все. Давай. Она думает, я здесь сгнию от воды. Не сгниете. Ну что ж ты такой?
Не видел я вчера. Ты. Размерчик чего? Ветром снесло. Смешно. На! Тут чистые скатерти, чтоб заблевали. Что, вот этим вот можно драться? Поверь, я что? Нормальная толщина, нормально, все получится. Да, барон, я вас умоляю. Давайте. Все. К кисти добавляйте плечо и спину. Главное садишься. А? В оградной доме это очень-очень дорогое кресло. И тоже от дедушки. Теперь чистая? Я, две. Не разрубит он. Ни почем не разрубит, да. А вначале показалось. Да? Опа! Как это? Кыш отсюда! Простите, дружище, служба. Баронесса не видела. Раздавите, барон. Вот что это такое? О, все. Серый мужичье. Ну, повсюду. Ну, кому? Не верю. Ну, вот что? Пошел отсюда, пивная. Эй, молоко. Вот пор закрыли, а мясо на галерах тухнет. А не знаю зачем. У меня для вас страшная тайна. О. Этот лекарь у короля, он не буду. На самом деле, он в порту при холерной яме. А буду. Рыба любит молоко. Нет, благородный дом. Рыба не любит молоко. Рыба любит молоко. Да нет, я говорю вам. Рыба не любит молоко. Рыба любит молоко. Да нет. Давай договоримся. Рыба любит молоко. А я капитан охраны короны. А, да. А что зипит ваш барон, это пивная бочка. Так у меня рядом. Так. Рота галантерейщиков. Ну и будете увозить галантерейщиков. Будем до скончания века. И все. Рыба любит молоко. Рыба любит молоко. Рыба любит молоко. Любит. Любит. Любит молоко. Любит. Любит. Рыба. Если я бог, то почему я тогда у тебя лорез на сиське? Сказал, что для тебя чудная вещь. Послушай-ка, бессильный и неумелый, отойди.
Бессильный и неумелый, опусти слабые руки, не зная, где сердце у спрута, и есть ли у спрута сердце. Что, плохо? Почему? Хорошо. Ну, чем ты лучше? Что, повариху подарили? Сходи, купи мне бочку вина. Тебе не надо вот так подходить ко мне. Ты попадешь в веселую башню, тебя не довезут, ты умрешь по дороге, потому что ты трус. Убирайся из города. Уеду к маме. Убирайся уже. Барон. Куда крутить? Год? Буду крутить! Барон! Нет? И буду! Барон. И буду за гаражой! Барон! Да отойдите вы! Барон, вы нарушили третью заповедь. Какая такая заповедь? Как какая? Не обнажай меча в таверне. У меня нет другого меча. Иди домой быстро. Рад, что мне не видно, Баранес. Веда. Да. Напиши ей, я не умею. Она там одна. Севастарского. И самых хороших шлюх. А мне будет прислуживать Рылая. Почтенная. Очень тяжело. Напиши ей, чтобы она почувствовала. Арата! Очень строгий офицер. Очень. Очень строгий. На. Заворачивай, Сузак. Здесь не ездят. Холодно. И что же? Ты что, собака, пушпора? Я из этого... Пошел!
Сейчас. Ты что, совсем? Чуть-чуть. Ливану. Чего не пришел? Принцесса сиськи грызет, жуть. Слушай, давай я аромат помурлычу. О, у тебя какой? Пустите без канала. Затем удал один цветок. В саду таинственном. Бум-бум-бум-бум. Сю-сю. Одна жена сбежала из этих бум-бум, урод. Кровь из ада к чему? Второй день. Вельможа должен быть чист и благоухать. Да сплю на чердаке. Мыши, мыши. Ты сторож, не арестованный, ваши мечи. Да. Ага. Что? Не пукни. Эй, ваши мечи. Да бери, 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 Бану что мат хочешь. Разрубает двойной саанский доспех. Отдайте мечи. Острые. Отдайте ваши мечи. А, ну что, деревенские? Отдайте мечи. А мечи знает. Отдайте. Все приехали. Я его видел. Я узнал. Он украл у меня шубу. Ну, ну что, давайте вы мне шубу, а я вам мечи. Договорились? Давай, давай, давай шубу. Давай. Копья! Ну, дайте. Ну, так без замаха никто не держит. Вот так. Так, так. А сейчас смотрим все на кончик носа. Какая жена!
Отлично. А? А? Руби, сказал. О, лейтенанта зацепили. Руки торчите, не родись! Лейтенант гвардии, выпустите рука, меня! Рука! Заборю тяжко! Я лейтенант гвардии! Меня свет! Всех топорю! Мечи! Где мечи? Терпи! Этот вылезет сейчас, начнет махать. Без зубы. Я тебе это все-таки отрежу. Ну что, толстожопый, давай тащи куда-нибудь, урод. Что, Дон, никак, а? Не зря ты, лейтенант, обоссался. Я лейтенант Королевской гвардии. А? Сеть. Чайно. Паката! 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 Тьфу! Еще сюда! А вот и Дон Румата, наш давний и последовательный недруг. Давно пахнет. А, королевский отравитель. Не болтай, повесить, что же еще? Дурак ты, Куся, сожилой покойник. Очень интересная мысль. Притом. Ну вот и все, господа мои. Так. Эй, уже! Что? Такого не хочешь? Хорош. Печать возьми. Зуб гуся, сосмотри. А вот теперь действительно все, государь мой. Как печали. Не то, походу, сынок, что ты лейтенант. Не надо. А то, что ты серенький. Не больно ведь, не больно. Дон Ромат, а вы там что делаете? Чего? Тряпочку. Да, руку дай, Дон. Солдаты. Десерт. Все, все, все. Какие? Благородный, Дон Ромат. Провоняло. Благородный Дон Ромата. А может, не Дон?
мой трофей. А может, неблагородный? Ну, дед, ты даешь. Совсем ополоумел. Прямо из рукана. Прямехонько. Кто это? Это вы. Вообще-то Румат Исторский последний. Умер от дурной болезни. В возрасте 85 лет. Вы у нас 20 лет. Ух ты. Внук-то рыжий. Ему можно. Да, сейчас. Боже мой. Все твои документики. Румата, тебе 105 лет. 105? Ему 105 лет. Да как же, а? 45 в уме. Не получается. Слышь, рыцарь, иди сюда. Что? Одной легенды больше, одной меньше. Какая разница? Фу! Ни за что! Никогда! Никогда! В новом государстве! Никогда! Почему на полу насрано уборщиков? Порой! Фу! Утка это! Дон Румат лучший меч империи. 186 дуэлей и ни одного убитого, только уши. 372 уха. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. А ведь уж действительно очень больно, зря вы не верите. Какой жук ты, а? Ну-ка, если... если мой меч за ночь с правой стороны, он сначала проходит по волосам, он мешает. Нет, оставьте меня, что вы делаете все время, ужас какой-то. Знаю, откуда твои приемы, мой отец! Дед, тебе нельзя! Ну, мальчик, лучше на себя, наверх. Я нечеловеческий. Дурак ты. Покажи-ка мне уши. Испугался. Я никого не боюсь. Испугались. Помоги ты! Смиренные дети ордена высадились ночью. В Арканарском порту их 30 000. Серых, возомнивших о себе, больше нет. Мужиков Арата Горбатого вешают долю ручь. Решить представиться. Наместник ордена, боевой магистр Заполивья, островов и прочее, а? Здорово. Что? Супруг магистра. Ты даже представить себе не можешь. На краю какой огненной бездны ты оказался. Ать. Смотри. Ты что, это ж сапог? Воняет. О, это понимать надо. Это же пустяковое дело. Каждую ночь к тебе приходит человек уже 7 лет. Ты ведь заказывал колдуна, чтобы избавиться от него. А это сделать невозможно. Не ври, рога вырастут. Ты обматывал голову шкурой. Но ведь это ересь, пойми. Человек открывает глаза и смотрит на тебя. Ведь так? Ерунда. Скажи, ведь так, да? Ерунда. Ну,
Так вот, когда человек открывает глаза, да, он говорит. Дядь, тебе нельзя. Дядь. Ты орешь так, что твоя старуха ссытся. Так я говорю. Иди сюда. Сыться. Так вот этот вот человек с глазами, да? Это я. Иди отсюда. Тазик побольше и крепкий. Сапоги, шпора Возможно, вас извергла бездна. Возможно, вы сын Бога. Сам затрудняюсь. Там мышь. Уйди. Там мышь. Что? Кто же? Здорово. Я больше не могу. У меня лопнет голова. Фу, пшел! Я впадаю в ересь. Мышь тоже мокрая. Ей тоже страшно. Я человек широких взглядов. Я мог бы. Так смоги. Так смоги. Только сначала научись прыгивать с моей дороги. Я сказал, уйдите отсюда. Оставьте меня в покое. Как надо. Как надо. Дай. Как... Хорошая клизма. Большая дон рыба. Прошу прощения. Высший знак ордена. Это вам. Это вам. Все, что хорошо. Вам. Хорошо. Все, что могу. И в духа своего забирайте. Угу. Ты тоже ступай. Я тоже? Конечно. Да. Три пуда дерьма! Объясни, чтобы я мог заснуть. Зачем тебе эти бесполезные, никчемные, вредные для любого государства людишки? Негачей. Понимаешь, что я с тобой разговариваю, еще не означает, что мы беседуем. Что ж ты такой тухлятиной накормил? Из караулки. Брысь, брысь. Ваши вещи, дом. Еда всякая хорошая, рыба. Нет, так и не так. Это был орден. Смиренные его дети. Лет 200 назад орден владел Запроливьем. На счастье, случилось не то чума, не то сап. Обескровленный орден уполз к себе на юг и догнивал там за перевалами. Так нет же, оправился и здесь.
беспощадные, как бразильские муравьи. Ведь думал Румата послать туда хотя бы Мугу. Да так все. Ну, у тебя вещей. Эй, на-ка, на. А? Руки, руки вытри. А? О! Дон, попей молочка. Самым умным. А? Гор. Да уберись. Лага. Уже не колесо. Чё ты говоришь? Да пошел ты! Зачем что ли? Ух. Шикарно. Да-да. Помост засрали. Твои осенние листья. Да. О, сапоги. Шкура погнулась. Выклюет, не выклюет. Какая разница? Чего шуршат? Ветер да ветер. Место чудное. Хочешь поэт сюда перевешу, а? Дон! Я вас сразу признал! Монахи поставили клеймо! Теперь я принадлежу вам! Тру-ля-ля. Ой! Не сердись, Дон. Съешь лучше картошечку. На. Ты что, не слышал, сколько я ушей настрогал? Слыхали, слыхали. Это же больно. Кин! Вон тот маленький зонт, сюда. Уши, уши. Смешно, просто смешно. Подходящее ухо. Взрослый человек, а? Там... Вытрусь, отдам. Пусти, не траву. Пусти. Да нельзя этого делать. Ой, ой. Да, ой, ой. Ой. Закрой.
Ой. Ага. Ну, с 3 лет так на цепи. Ну зачем? Зачем? Отпустишь, сдохнет. Во! Я тебе сейчас... Что я сказал? Все полно, но нет. А мешки-то, Дон? Смотри. Вон пальцы смолу его. Я корову боюсь. Варя, что упал? Что упал? Родился с губой. Упал. Упал, упал. Запомни, упал. Запомни, упал. Возьми. Ничего не скрывай. Вали все на рыжих. Не спорь ни с кем. Да слушай ты меня! Думаешь, ты один? Усвоил? Грамотей не есть враг. Враг есть грамотей, усомнившийся. Эд. А? Что надо? Запомни. Во имя ордена. И все. Донор, пропустил всех гостей. Oh.
Стоп! Шлюз забиваем. Ноги раскорять, что она, а это на пружине. Клочья. Ну, в клочья. Не закашляла девочка. Орден. Ну и напрудила, ну и напрудила. Со шпорами. Благородный дом. На чем вы руки-то? На нем. А Вага выпускает. Дон тут. Вот радость-то какая. Приятность для всех. Вытри мне висок, а. Что? 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 Сгинь отсюда. Мысль вошла в голову и улеглась, не сдвинешь. Надо убить Дона Рэба. Убить и не думать, что будет потом. Ну и что у вас тут? Нас здесь порят. Румат. Да. А меч твой где? В окошко стал. Благородно. А? Понятно. А у меня распустился куст. Такой красоты куст, знамение. Да на хлеба зимой на лопаты катал. Видишь, как вольно дышится в новом освобожденном Алтанаре. И оно подешевело. Зачем соль? Легко тебе дышится в новом освобожденном Арканаре, а? На. Я табличку потерял, есть и потерял. На, засунь зайцу. Да не в эту, в свою. И постарайся сделать так, чтобы палач это увидел. Ладно, ладно. На всю жизнь, Рома. Ладно, я сказал. Снимите шляпу. Но бароны Кео всегда имели привилегии. Для ордена нет привилегий. Всем тяжелых роз. За что тяжелых? За невосторженный образ мыслей. Давай мне Будуха. Да я сам. Вот ваш лекарь. О. Молодец. Про ушки помнишь, а? Нет? Да уж. Дякотка. Оставьте мне. Там все воруют. Это не надо совсем. У Дона в заднице потешенный, как у жаб. Как твоя рожа. А-а-а.
Так надо, да? Тьфу! Пошел ты к чертовой матери, барон! Позвольте, это я вас нашел! Барон, что от вас так... Скрючил. Придворный барон должен быть чист и благоухать, ведь так? Что это с вами? Тос. Лопсо. Как же я рад, что я вас нашел. Зачем ты пил? Когда вас арестовали, я прибежал сюда. Здесь были тысячи черных. Я их бил пока. Барон. Пока. Боже мой, какой же... А потом на меня с моста сбросили корову. Корову. Ну-ка, ножку, барон. Сейчас. Дожму. Как будут трещать их жалкие черепа под ударом наших баронских мечей. Привет, барон! Ну вот вам будых. Никакой не рудых. Живёхонек. Кушает по дорогу и выглядит нормально. Вот, и зубы целы. Вы есть будых, Рубанский? Буу! Барон, это будых. А это... Это я узнал. Зачем? Барон. Во-первых, имя какое-то собачье. Во-вторых, во-вторых... А что? Что во-вторых, барон? Что я сделал, что-то не так? Это же своими руками. До последней железки. Все это. А теперь покушать прихожу. Хрена! Тьфу!
Барон, пилочку бы, пилочку. Раздавишь меня? Дружит? Гав-гав. А? Барон, вещи сразу налево. Ступай, солдат, сынок. Смотрите рукой. Утю-тю. Ой, си-си-си. Барон, или благородный Дон, который позволил себя высечь. Барон вещи. Благородный друг, у меня не стали какие-то тощие ноги и белые. Чудные, чудные ноги. Че ты меня нюхаешь? Задумался себе. Да вот он я. И лоб чудный. Я, оборот, знаешь какой? А ты умник. Вот он научит меня читать, я тоже стану умником. А ты, бароном, не станешь никогда. Если вы простой и смелый прит. Прости, Гав-гав. Мой друг, дайте ему денег и побольше. Я? У меня еще ребра не сразу. Ну, сейчас закроют ворота и нам конец. Ну как закроют, так и открою. Я умоляю, не надо ворот. А если попросить? А ты познакомь меня с этим лейтенантом, который так беспокоится о моем здоровье. Понимаешь? Дуй. Индюк и индюк, а? Дон, купи глаз. Глаз свет отражает. Ножичек подарили. Ножичек подарили. Кстати, вагу твоего недавно видел, да. Где лучники, засранцы, где они? Где репу жрут? Ага, летей все! Опять я шла! А так! Меч! Меч, мой друг! Суй, эй, ворон!
Ну кто теперь Гав-Гав? Не научит ты читать. Как не научить тебе читать? Гав-Гав, да что? Ну как? Теперь никак. Барон Пампа дель Бауно Арканаре не был судим большим королевским судом, не был отравлен ядом горной осы или казнен на площади. В него просто вогнали десяток стрел и бросили в помойку. Сверху на него уже скинули гнилую репу и скисшую корицу. Скоро ночные нищие сдерут все с его огромного, сильного белого тела. Нарочно веревку тянет. Вудок, на чем мы остановились, а? Отпусти так же невозможно разговаривать. Без кобыл зачем? Я задаю вопросы, а? Ты не отвечаешь. Я спросил тебя. Сать не может. Если бы ты был богом, что бы ты сделал? А? У меня бы не было проблем. Да черт смочи. Вас возьми. Задрали тяни. Совсем. Тяни. Не дают поговорить. Тяни. Ну давай, писай, писай, писай. Ну давай, писай. Рассесть уже и поговорим. Никак. А? Главное не думать об этом. Надо расслабиться. По жопе надо. Ну, а если бы вы могли посоветовать Богу? Допустим, он сам спросил тебя об этом. На веревку он сам. Это же не ересь. А? Я бы сказал, создатель. Ну зачем же на мои слова? Убили двух рабов, но это не мы. Мы ведь офицеры ордена. Пошли спать. Допер умник. А этот все еще это? Да ладно. Я бы сказал, создатель, дай людям все. Ну, сколько можно, сколько можно, а? А нет, это не пойдет на пользу. А? Ну, слава богу. Это не пойдет им на пользу, потому что сильные отберут у слабых. Дай бутылку. Зачем ты мне даешь пустую? Я бы сказал, покажу же таких, чтобы неповадно было сильным проявлять ее. А когда будут наказаны сильные и жестокие, их место займут сильные и слабых. Ты прекрасно это знаешь. Оказывается, ты дурак, Будах. Пошел вон. Зачем ты мне? Чего ты на меня орешь? Шум! Я сейчас прыжну. Я сейчас брызну, и лица нет. И я бы сказал, создатель, если ты есть, сдуй нас, как пыль, как гной, или оставь нас в нашем гниении.
Уничтожь нас всех. Всех уничтожь. Держи. Уничтожить это у вас запросто. И вшивых, и черных, и даже детей. Кто? Сердце мое полно жалости. Я не могу этого сделать. Ладно. Пошли домой. Очень много. Серых было очень много. Муна был в твоей рубашке и стрелял с лестницы. А он был в твоей рубашке. Она ему была очень велика. А они серые накинули петлю на шею и задушили его. А потом пришли черные и стали вдруг убивать серых. И что? О, один черный дал мне вот это. Видишь? Зачем? Не трогай, не трогай. Не трогай руками. Видишь вот это? Табличку. Живой. Сказали, чтобы я завтра веселую башню. Зачем ты это взяла? Видишь, что мне дали? Да, сказали, завтра. Сказали, чтобы я завтра пришла. Да. Отдай, не трогай. Отдай. Он там сидел, там все огурцы изгонял. Бочку Подрацова забрался поразить. Правильно знает, дам. Ну, весь обфунил. Хозяин, было у меня кобыла, а вот теперь хомут. Выбрось ее. Пошли все вон. Я буду мыть зад. Тебя ж повесили, а? А как бы я пришел, если бы повесили? А действительно, как же ты пришел, Арат, если бы повесили? Горбатая Раткина. Калеке угодно гора. Ты калека? Он бедьмом все видит. Сначала мои мужики поверили одной девственнице. Да. Старый, блядь. Дон, Дон Мужицкий. Бери выше, выше бери. Колбасу не умеете. Я думал, он больше. А потом поверили монахам. А те сейчас вешают за яйца между ромашками на тех же самых деревьях. По всему ручью. А, я чуть не забыл, что ты у нас бог. Зря. Сделайте воды погорячее. Ну, как ты вешали меня, старый галерей? Курицу поймал. Откроешь клюет. Ну, я вовремя успел, Дён. Не соскочил. Был у них один капитан. Да.
любезник. Ангел, иди сюда. А? Не пялься. Да брось ты. Тебе одного-то много. Я давно понял, что Бог сдох. Да ты что? Вез этот воск, как лошадь. А потом пустил, чтоб из ноздри. И сдох. А иначе как? Богу трудно. Тебя огорчить. Ты сегодня отдашь нам свою огненную колесницу. Вот эти свои рубахи. А утром станешь во главе нас. А иначе? Иначе что? А иначе у тебя белый мягкий живот и пупок, в который, если ткнуть, то будет пук. Берёмся, мужчина, Сира. Лопаются. Пупочек. Да ладно. Боюсь, это будет непросто. Да очень даже просто. Птичка. Это к деньгам. Полетишь к своему папашке. Как птички. Ушел отсюда, ушел. Так, а воды нам хватит, а? Подержите кто-нибудь чего кошелек. Рад. Оставь кольцо. Дай-ка сюда. Да не это. Ты сам этого не знаешь. Видишь, как вырядился, а? Нормально добрался? Нормально. Я не стану добывать тебе трон.
Это правда. Сейчас прав. Прав сейчас. Я выжег бы эту золотую черную нечисть до 12 колена. Это вы делать умеете. Это вы умеете. Это вы умеете. А землю бы раздал своим. Ведь так? Ну? Кто там пришел, а? Умник. Я его знаю, он дурак. Давай еще поливай. Бывает. Лей, лей. Ага, кожа человека состоит из мельчайших дырочек. Он ими тоже дышит. Если залить человека дегтем, то будет тюпем. Дарю. Умница наша, Рада. Без этого тебя не выпустят из города. Скажи мне. Скажи мне, Рада. Вот ты раздал землю своим. А кому в этом мире нужна земля без рабов? Вот скажи мне, кому в этом мире нужна земля без рабов? Появятся новые рабы, появятся новые виселицы, новые золотые, новые черные. Все появится заново. Появится новый Арата. А Бог ничего не сможет сделать. Тоска. Я бы никогда не допустил этого гнида. Ну-ну, тихо. А ты ничего не сможешь сделать. Все бы допустил. Все допускали и будут допускать. Тысячи лет. Что делать нам? То же самое, что всегда. То же самое, что всегда. Раз, два. Бздынь. Тварь-то. Рыжая тварь и все. Муга. Познакомь его со своим табачником. Ухо не подружится. Гоните его палками через скотный двор. В песнях. И всего-то. Это не так уж и мало. Поверь.
Хозяин, черные с табличкой требуют. Так и знала. Все. Сейчас ушей настрижем. Да не дрожи ты. Дай спокойно поесть. Дрожи, дрожи. Рука болит. Хочешь? Пошел, дед. Ты пойдешь со мной и подтвердишь, что у меня мальчик в моем животе. У меня мальчик, внук, грана. Подумать, подумайте уже. Без штанов не пойду. Пойдешь. А все штаны мокрые. Пойду. Восемнадцать поколений благородных предков. Королевская кровь. И без штанов. Без штанов не пойду. Дайте штаны сухие. Пойду воевать. Хочу, я не хочу, чтобы меня намазали салом, как курицу, и сожгли. Не хочешь, не ходи. Хорек. Я их загоню в залив в самую жопу. Обещаю тебе. Жаль, что ты не знала барона Пампу. Забудь, 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 я сказал. Хоть бы порядок в доме навела. Ну, нашла? Нет. О, эти, эти. Дура! Ты, дура! Черепаха в штанах мышей ела. Нашла, еще черепаху нашла. Шнурочки. Что? Шнурочки. Шнурочки? Что шнурочки? Ну что, дуреха, нашла мои мечи, а?
липкая. Обидите! Бог решил убивать! Будьте в мяче! Ты все! Куда? Куда ты? Ты умеешь, Петр? Арима. Меня зовут Арима. О, такая не проблема.
Так, так. Курточка, гребень. Да не я всех привел. Знаете, все будут наказаны. Чужой какой-то вот монах. Такой народ. Вон, там стоял, призывал. Я видел. С бельмом какой-то. Калека, монах горбатый. Их всех, всех дураков. Это запарю. Я око ордена. Ошибка ведь это, ошибка. Такая работа. Это ошибка. Чужой какой-то вот монах. Кровь, что ли? А, воняет. Что? А, создатель сам дал нам бой. Я тоже университетский проходил. Арима. Я око ордена. Руки скользкие. Скользко. Я всех здесь убью. И тебя убью, студент. Так. Орденом не воруют. Всех. Господи, останови меня. Как не со мной. Не все призваны. Я тоже не могу. Саш, Ниша, это только... Зачем? Вот вам подарок. Занимайтесь. Это трибунал. Вызовы в канцелярию. Да, веселая башня. Не смешно. Этот тоже здесь. Ну что? Что я сделал? Я что мне хотел хозяин подтвердить? Пошел. Смерть. Вот. Это жизнь. Жизнь. Еще жизнь. Я еще не уходил. Вот, пожалуйста, ваше предназначение. Зуб не было. Киун. Жестяной улицы. Поношение ордена. Серьезно. И про вас нехорошо. А мы. Всех можешь этих помиловать, да. Козленка, жизнь. А чего бы тебе не подарить мне? Глупому Дону еще 200 уличных кривляк. Ты же вместо них кого-нибудь найдешь. Тебе все равно кого жечь. А? Ведь так, студент? Илья!
мотыгом. А? Наверх! Ребра! Фу, тереть ниже еще. Еще цепь! Докачать! Пусть дерьмо течет! Сильный и неумелый. Опустит слабые руки. Не зная, где сердце у спрута. И есть ли у спрута сердце. Кажется, я слеп. Офицер. Флюк. Здесь всегда флюк. Фу, однако. Какой же ты, однако. Пусти, ткну. Ну, да. Привет. Что может быть? Ничего не Усыпись! Эй, я вам сейчас... Чё ты с бельмом? Опять? Усыпись! Я ж тебе... Ладно, объяснитесь. Яйцо. Thank you.
Мухи. Во! Это рада горбатая есть. Ну что, песенка с бельмом? Подпротух. Ну, что ж ты, барышня, не пожалел? Скотина. Это коровий. А стрелота у него мечена. Виперли, дурак! Это вепрь! Это коровий. Вепрь! Да, это коровий, скажи. Это вепрь! Это дарло! Это вепрь! Шу! Говори! Брось его, он намучился. Вепрь! Это рата, барышня-то. Климу-то на стреле такое же. Ну что, выманивал Румату на черных, выманил дурак на себя. Еще яйцо. Я позову! Ну! Ведьма. Флюкает. Да, вдох. Все монету, кондор! Я увидел! Там блестит. Что? С вами на землю не полечу. А, не блестит. Не, на землю не полечу. Глуп, Пашка, зайдешь за спину, пожалеешь. Вот и хорошо. Видал, как я здесь научился?
взяшь. Нет, так нет. Вообще, знаешь что? Ну что, Мерин старый? Это не моя. Это твоя работа. Теоретик хрен. Ты дерьмо! А ты зачем здесь? Дерьмо, птица сил! Жизнь психушки на земле тебе обеспечена! А может быть и в тюрьме! А ты вор! А может, у тебя вообще опухоль в мозгу в лобной доле? Ты вор! Ты дерьмо, птица сил! Ты дерьмо, дерьмо, птица сил! Запомни! Ты поедешь в психушку! Ты... На, прими. Он же вор у тебя, а ты все перчатки раскидываешь. Пашка, у нас дуэль. Дожили. Бог, он ведь тоже устать может. Практик хренов. Валите отсюда. Я спать хочу. Валите. Ну-ну. Говорят, ты... Ну что, ты ведь книжки пишешь, а мысли нет. Вот одна. Там, где торжествуют серые, всегда... Подожди. Там, где торжествуют серые, всегда, всегда в результате приходят черные. По-другому не бывает, запомни. Все, теперь вали. Вали, вали, давай. Слышь ты, если будешь писать про меня, то, а уж писать, наверное, придется, то напиши, что, что Богом быть трудно. Дитё зря не скажет. Брось. Он на меня не смотрит. Чего ты на меня не смотришь? Не ори. Ну посмотри же на меня. Да не топчись. Эти университетские бегали вокруг лыжки, орали. А толстый ни за что летать не хотел. Пьянее пиво. Дон Леонардо, Дон Толстяк, они же сами друг друга. Вот. Леонардо? А? Они пропили круглые стекла, ну и доски такое. А если ну они... что? Да так. Так, так, да.
Муга, Муга, а что говорит твой табачник? Где он, а? Вышел из дома и никогда не вернулся. Бывает. Но ты его найдешь? Я же велел снять колодки. Почему вы не снимаете колодки, Рам? Сейчас сниму, сейчас я сниму. Ну ты охренел! С которой здесь? Сапожище. И я когда-то тоже вышел из дома. Как он? Или когда? Не вернулся. Уйди, Богородный. Уйди, Богородный, а то колесо нашло. Mm-hmm.